20 июня 43 года. Здравствуйте, мои дорогие, Темочка, Нинуля, Нинуля и Галя. Сегодня получил от вас 4 письма, за что сердечно вам благодарен. И очень доволен, что вы получили мою посылку. Только не давайте тем, что вы... Только недоволен тем, что вы не написали, что было в посылке. Нужно было обязательно писать, что в ней было. Сегодня я вам выслал 200 рублей денег. Как получите, так и сообщите мне. Меня интересует Галя, как мог сходить с тобой, Темочка, до Советска, до города Советска. И, очевидно, бедный мальчик измучился и устал, и мне его очень жаль. Больше таких вещей ты не делай. Да к тому же интересно другое. Очевидно, ты тоже измучилась. Тащите Советска 20 километров, 16 килограммов. Опиши мне все подробно. Как тебе выдали посылку, как она была упакована. Очевидно, масло сливочное испортилось. Сколько плиток шоколада было. Да вообще все подробно опиши. Не менее важно мне знать, какие ботинки и было или нет в посылке. Опиши, как радовались дети, Темочка и Нинулька. Получили гостинцы, когда получили гостинцы. Ты ходила в Советск с Темочкой, и нужно было взять фотоматериал и сфотографироваться, и выслать мне фотокарточки. Очевидно, ты опять об этом не додумалась. Поэтому вопросы я очень много тебе писал, но тебя и пушкой не прошибешь. Несколько слов о себе. Я здоров, чувствую себя хорошо, только немного приходится скорбить. На днях погиб мой хороший друг. Все, по-моему.